Сотни иностранных туристов застряли в Перу после того, как страна закрыла границы с целью сдержать распространение коронавируса. Многие из США и Аргентины. Я приехал сюда месяца 4 назад. У меня сын в Лос-Оливосе. Это здесь, в 10 минутах от аэропорта. Приехал навестить семью, и мой самолет перенесли на другой день, поэтому пытаюсь сесть на сегодняшний рейс. Посмотрим, что получится и хватит ли всем места. Нас просто бросили на произвол судьбы, без еды и воды. Мы все тут печемся на солнце уже второй день. Туалетов нет, все обсуждают коронавирус. Туристов разместили у военных баз под Лимой. Перуанцы приходят их поддержать. Власти Аргентины молчат. К Перу у нас претензий нет. Люди приносят нам вещи. Когда мы вчера весь день были на солнце, они принесли нам воду, печенье и маски. Но от Аргентины ничего нет. В Перу в настоящее время выявлено 363 инфицированных коронавирусом. 5 человек умерли. На прошлой неделе президент Мартин Вискара ввел ограничения на ночные перемещения по стране. Через несколько дней объявили о закрытии всех внешних границ.